Бигуди. Человек, которого зовут Лора, но он сейчас работает на круизных лайнерах музыкантом. Он крутой, он в море, он играет для фантастической публики, но не такой фантастической, как вы. Итак, Лора написала эту песню. Мы сейчас ее исполним с удовольствием. Называется «Петь». Тех, кто поет так же, как я, там, про себя, внутри.